О, даже снял чуть-чуть, елки-палки. 21 июня 2020 год, Харьков. Вот оно, затмение. Сынуль, иди посмотри, видно чуть-чуть. Быстрее, пока облака не нашли. Глянь. Да не толкай же ты меня. Вижу. Представь, надо же. Иди, то время точно скажи. Тань, сколько время? Тань, иди посмотри затмение. 8:41. Через облака. Восемь 41 по Киеву. Видишь, Сань? Ну, это как раз вот пик его для нашей 50-й параллели. Агу. Ха, надо же, ты представляешь, даже не рассчитывал, такая облачность лютая. Если долго мучиться, что-нибудь получится. Ну, зафиксировали. Все уже уменьшается на глазах вообще. Мама, я зачеркиваю рисунок, потому что он плохо получился. Чувак, которому я делаю заход, не понял. Да, ну сейчас уже облачко нам, сеанс телепатической связи с нашим светилом прервет. Так, значит, сегодня кольцевое затмение, которое мы, конечно, видим совершенно не кольцевым. Самый уголочек солнца зацепило. Тень луны, господи, чарищу. Больше некому, я надеюсь, по крайней мере. Ладушки, это уже дальше издевательство. Что сделаешь, вот такая погода. Там он вообще сплошная облачность. Так что будем благодарны и за то.
21 июня, день солнцестояния, да? 2020 год, Харьков.